Рада приветствовать всех на своем канале. Меня зовут Елена. Добро пожаловать ко мне. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и ставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Сегодня хочу поделиться своими отзывами о косметике от компании V Cosmetics. Средства просто потрясающие. Мне было предоставлено 4 средства на выбор. И вы видите их перед собой. Это крем для рук, крем для области декольте, масло для ногтей и кутикулы и баттер для ног. И сейчас я расскажу более подробно о каждом из них, свои впечатления. Начать свой обзор хочу с масла для ногтей и кутикулы. Просто потрясающая вещь. Идеально подходит для маникюра, чтобы подготовить ноготки и кутикулу к обработке. Также можно использовать и каждый день, и для профилактики 2-3 раза в неделю. Мне очень понравилось. Для профилактики использовать мне показалось не очень комфортно. Все-таки масло остается какое-то время на ноготках. Вот сейчас вы можете видеть его у меня на ноготках. Они блестят. И это не очень комфортно, когда ты на работе или куда-то идешь. А вот для маникюра подготовить пальчики, подготовить область ногтевой пластины, подготовить кутикулу к дальнейшей обработке, это самое то. Идеально размягчает, питает. Очень хорошее масло. Всем советую. Потрясающая штука. Здесь очень удобный дозатор. Сам флакончик, он пластиковый. И удобно его чуть-чуть нажимать. И масло будет вытекать небольшим количеством из вот этой вот маленькой пипеточки. Запах очень приятный. Здесь смесь масел, масло жожоба, какао, сливы, репейное, кедровое, витамины А, Е, эфирные масла иланг-иланг и розы. Очень приятный нежный запах, не раздражает, очень хорошее масло, советую. Дальше хочу рассказать вот про этот крем. Крем-уход, укрепляющий кожу груди. С цитрусом и кофе. Быстрое восстановление формы после беременности, родов. Полностью натуральный состав для деликатной зоны. Здесь можно почитать информацию. Очень хорошее средство. Советуют его применять в течение 2 месяцев. Как для профилактики, либо курсом 1 месяц для поддержания эффекта. Флакончик небольшой, здесь 100 мл, но, как видите, я использовала, наверное, 1/4 часть. Использовала в течение месяца. Достаточно он жидкий, этот состав. Здесь удобный дозатор. Выдавливается из него немного. Наносится легко, впитывается быстро, запах приятный. Ощущений каких-то потом неприятных нету. Распределяется массажными движениями до полного впитывания. Результата я пока особого не вижу. Может быть, нужно полный курс пройти. Тогда будет какой-то результат. Но в целом крем мне понравился. Кожа питается, насыщается какими-то полезными элементами, которые входят в состав. Здесь есть масло какао, масло ши, масло арахиса, цитрусовое пюре, морской коллаген, растительный эластин, кофеин, цитрит серебра, сок мандарина, сок алоэ. И другие более полезные ингредиенты. Пентовитин,
основа липодерм био, витамин Е, эфирные масла мандарина, лаванда, мелисса, лимона, розмарина, герани. Состав очень волшебный. И, в принципе, ощущение крема на коже тоже приятное. И запах, повторюсь, тоже очень приятный. Советую попробовать, кто беременный, рожал. И вообще, в принципе, если у вас довольно большой объем груди, тоже советую попробовать. Хорошая штучка. Никаких негативных впечатлений нету, поэтому могу сказать, что понравился. Постараюсь использовать весь флакон, чтобы пройти полный курс, и уже расскажу о нем более попозже свои полные впечатления. А так, если не пробовали, советую попробовать. Может быть, откройте для себя что-то новое. Так. Далее хочу поделиться впечатлениями о вот этом баттере для ног крем-брюле. Ну, во-первых, баночка. Баночка просто потрясающая. Ее приятно держать. Она красивая. Аромат самого масла тоже потрясающий. Волшебный. Его там достаточно много. Вы видите, что я использовала его совсем чуть-чуть. Но я уже успела насладиться и получить удовольствие. Масло твердое, то есть оно как масло. Лучше всего наносить его после душа, после бани, когда ножки влажные и распаренные. Впитывается оно довольно быстро, распределяется по коже. То есть вы берете небольшое количество, наносите на кожу, и оно моментально тает и впитывается в поверхность кожи. И уже массажными движениями вы его распределяете. Очень приятные ощущения, и кожа становится такой напитанной, влажной. Очень потрясающие ощущения. И вы видите, что я использовала совсем немножко. То есть этого флакончика, этой баночки здесь... 100 грамм, его хватит на очень-очень долго, может быть полгода, а то и больше. Использую я не каждый день, то есть по мере того, как я принимаю какие-то ванны, душ, и всегда после этого наношу это масло, и просто потрясающий эффект. Как я уже сказала, мне все понравилось, могу посоветовать. Очень классная штука. Так, следующее средство — это крем-бальзам для рук, восстановления и увлажнения. Вот в эту вещь я просто влюбилась. Опять же, баночка потрясающая, приятно ее держать. Очень удобная. Внутри крем светло такого желтоватого оттенка, кремового. Очень мягкая, приятно наносится. Он очень нежный, этот крем. Нужно небольшое количество, быстро впитывается, быстро распределяется по коже. Очень приятное ощущение. Нет никакого негативного впечатления, никакой липкости, жирности. Запах потрясающий, просто сводит с ума. Приятные ощущения после впитывания. Руки как будто бы насыщены кремом, насыщены питательными веществами. В этот крем я просто влюбилась. Очень классный крем, всем советую попробовать. Просто слов нет, потрясающий крем, ни один промышленный крем, который продают в супермаркетах, в магазинах косметики. Ни один крем для рук я бы не сравнила с этим. Это просто волшебный крем. Творит чудеса на самом деле. Ручки нежные, гладкие, такие приятные, упругие, что ли даже. Кожа бархатистая. И чувствуется, что кожа насытилась полезными веществами.
Здесь в составе тоже очень много всего очень вкусного и ароматного: прополис, масла кокоса, миндаля, маточное молочко, коллоидное серебро, шунгированная вода, имбирь, сок алоэ, основа липодерм био, отвары листьев малины, шишек хмеля, эхиноцеи, экстракты ромашки, шалфея, эфирные масла янтаря и лимонника. Просто обалденный крем, я влюбилась в него сразу. Всем советую попробовать. Ну, просто обалденная вещь, творит чудеса. Ознакомиться с продукцией компании V-Cosmetics вы можете на официальном сайте, ссылочку на который вы найдете в описании под видео. Проходите, посмотрите, что понравится, берите. Цены достаточно доступные. И все средства очень хорошие. Состав поражает воображение. Ароматы потрясающие. Советую всем познакомиться с этой компанией. Очень хорошая компания, очень хорошие средства. Такой у меня был коротенький обзор. Если вам понравилось видео, ставим пальчики вверх, подписываемся, кто еще не подписан, и увидимся в следующих видео. Пока-пока!